Несколько дней назад на перекрестке улиц Барышникова и Пролетарская началась установка сигнальных столбиков. Водители заволновались, как изменится организация движения и что здесь будет. Спрашивали, отвечаем. Здесь реализуется пилотный проект по организации кругового движения. Данная задача поставлена в целях улучшения организации дорожного движения на данном перекрестке, а именно улучшения дорожного движения второстепенных направлений Пролетарской и Барышникова. Как вы знаете, у нас один из основных объектов здравоохранения, это Первая советская больница, у нас как раз-таки находится на второстепенном направлении улицы Барышникова. И крайне проблематично, без нарушения правил дорожного движения, выехать транспорту. Установка сигнальных столбиков – самый малозатратный способ испытания пилотного проекта. И если, соответственно, есть какие-то ошибки или необходимости более фундаментальной реконструкции с уширениями, с организациями там каких-то, может быть, переходных полос, это легко демонтируется. Поэтому на сегодняшний день задача оборудовать, посмотреть, как организовывается движение, есть ли какие-то там трудности, возникли ли какие-то трудности, и впоследствии это уже можно будет фундаментальными методами реконструировать. Автовладельцам теперь стоит быть внимательнее. Приоритет будет у водителей на кругу. В свою очередь, пешеходный переход, расположенный на второстепенной дороге с Барышникова, скорее всего, перенесут поближе к больнице. На этом участке должны себя безопасно чувствовать не только водители, но и пешеходы.